Алексея. Милая, я тебе говорю, никогда не звони мне на работу. Ну, Андрюша, ну что, слушай, ты правда, но мне не хватает восстановить массовки. Представляешь себе, завтра на митинг. Мы переманили их на похороны этого директора супермаркета. Там платят больше. Филиппов! Я вам говорил, вы ошиблись. Андрей Семенович Филиппов, я запретил вам присутствовать на репетициях оркестра. Вы уборщик. Я знаю. Ну, простите, Леонид Дмитриевич, вы мне обещали. Не-не-не-не, нет, говорю вам. Не заводите снова этот разговор. Не говорите мне о вашем оркестре. Вот, посмотрите. Так-то вы любите наш знаменитый Большой театр. Как я могу вам доверять? Об оркестре будем говорить тогда, когда здесь будет чисто. Здесь будет чисто. К завтрашнему утру.